Военные городки. Реализацию губернаторской программы восстановления инфраструктуры военных городков проверили депутаты и сотрудники районной администрации. На территории муниципалитета в этом году работы проводились с сентября по октябрь. По дорогам общего пользования, внутридворовым проездам в Щелково, Начкаловское и в Бахчеванжи, в других поселениях района, в Новом городке и в Монино. Мы видим реальную работу, которая проделана исполнительной властью. Ну, в частности, мы увидели, как внутридворовые территории благоустроены, как сделаны дороги. В этом году очень плохо, что началась ранняя зима. Конечно, это очень повлияло на это, но тем не менее работы были выполнены на 95%. В этот день депутаты побывали на Чкаловской и в Бахчеванжи. Проезд вдоль домов 2 и 4 на улице Жуковского. Летом и осенью здесь и проехать, и пройти было очень проблематично. Во-первых, там были многочисленные ямы, да, и по программе военных городков удалось решить эту многолетнюю проблему и переложить асфальт, совместно со службой благоустройства еще сделать там тротуар, и теперь есть спокойный проход для граждан. Так проблема была решена. Но теперь здесь картина другая. Мороз сковал дорогу, автомобили по ней идут осторожно, потому что наледь здесь, как печальный результат несвоевременной работы с уже, надо заметить, отремонтированным дорожным покрытием. Не вовремя чистят дороги, там то заморозки, то оттепель. И получилась такая вот наледь. Не успели, видимо, убрать. Вот этим недовольны жители. Надо отметить, дороги в Щелковском районе по губернаторской программе, рассчитанной не на один год, удалось существенно улучшить. В этом году отремонтировали более 130 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Сегодня мы подводим итоги реализации этой программы. Видим, что есть сдвиги, что положительно, но есть и недостатки. Одни добросовестно и качественно выполнили задачу, другие не удовлетворительно. Вот сейчас мы, подводя итоги, уже понимаем на перспективу, с кем можно иметь дело, а с кем, наверное, нельзя. По губернаторской программе по всей области на цели благоустройства и восстановления бывших военных городков отпущено 3,5 миллиарда рублей. На следующий год спланировано почти в два раза больше – 7,5 миллиардов. Столько же и на 2018 год. И работы будут продолжены. В нашем районе уже с весны. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».